Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. Can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Всем привет! Меня зовут Руслан Никитин. Сегодня в выпуске риф из песни Stitched Up. Это композиция с 45-го студийного альбома джазового музыканта и пианиста Херби Хэнкока. Пластинка называется Possibilities – Возможности, 2005 год. К работе над этим альбомом Херби пригласил самых разных музыкантов, среди которых Карлос Сантана, Стинг, Кристина Агилера, Пол Саймон, Джон Мэйр. Композиция с его участием я и выбрал для разбора. Итак, давайте разберемся, что же там сыграно. Вступление и куплет играется на 4 аккорда, в урезанном виде, буквально по 3 ноты. Рисунок везде один и тот же, кроме последнего аккорда. Там будет особое место, которое каждый раз играется с вариациями. Одну из них я покажу далее. Припев играется на 3 аккордах. Ля 7, соль 7, ре 7 и опять соль 7. Подробности вы найдете в нотах, которые можно скачать, перейдя по ссылке под роликом. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и смотрите новые выпуски. Спасибо, всем пока!